Вітаю вас у нашій майстерні професії. Ось таку красу створюють представники наступної професії. Хто вони, дізнаємось уже за мить. Чи задумувалися ви колись, що ваше хобі може стати вашою професією? Якщо ні, то ми розкажемо про людину, в житті якої сталося все саме так. Черкащанка Надія Груздєва з дитинства любила прикрашати свою оселю. А коли вже підросла, то зрозуміла, що її покликання – бути флористом-декоратором. Ну, моє увлечення йде з дитинства. Мені завжди хотілося зробити щось інтересне, красиве, при том наличии материала, который я видела вокруг. А видела я вокруг цветочки, досточки, палочки, листики. Ну, весь природный материал, собственно говоря. Из него хотела что-то сделать. Потому как в наше время и нехватка была интересных вещей, которые были бы красивы, но мне еще хотелось, чтобы эти вещи были красивы и функциональны, чтобы ими можно было пользоваться. Ну, так вот оно потихоньку с детства переросло сначала в увлечение. Подарки дарила, что-то сама делала. Речі, створені руками флориста-декоратора, вражають. Для кожної людини цей фахівець підбирає індивідуальні компоненти композиції. Если это касается индивидуального заказа для человека, например, ну, это вот на какое-то торжество. Предположим, на свадьбу. Человека надо прочувствовать, обязательно надо прочувствовать. Нельзя делать шаблон, надо к каждому подходить индивидуально. Что касаемо, например, интерьера, что-то оформить, тоже ты должен прочувствовать, что тут как-то, и хозяев этого помещения. Обязательно ты, потому что ты создаешь для людей. Ты можешь себе наворотить что угодно, но ты должен осознавать, что ты все делаешь для того человека, который к тебе обратился, если это заказ. Если ты делаешь, вот тебе захотелось что-то сделать, ты его сделал, ты себе представил, вот сделал, а потом увидел эту вещь, вот она подходит для кого-то, подарил эту вещь. Ну, можно и продать, но в основном мы дарим эти вещи. Перед прийдешніми святами пані Надія поділилася з нами секретами успішного декорування святкового столу. Новорічна сервіровка з позолоченими елементами декору або ж навпаки зі сріблястими столовими приладдям, посудом, прикрасами – надзвичайний варіант оформлення святкового столу, який додасть казкової атмосфери і таємничості. Отже, перший варіант може бути таким. Ну, здесь я представила такий класичний варіант оформлення стола на Новий год. Це біло-красне. Зеленое сочетание. Взяла специально разную посуду, чтобы показать, что не обязательно наборы одинаковой посуды можно использовать. Стекло. Вот стекло, вот хрусталь, вот стекло. Тарелку белую использую. Салфетка. В сервировке всегда должна быть, присутствовать салфетка. Льняная салфетка. Салфетница. Эту салфетницу можно заменить ленточкой какой-нибудь, и она будет красиво выглядеть. Яблочки. Был мастер-класс в музее художественном, и девочки Лена Почтарева расписала мне эти яблочки. Яблоки-подсвечники. Это специальные такие подсвечники тут использованы, но можно сделать именно для втыкание в яблоко. Это проволока алюминиевая, наматывается на свечу, и она так спиралькой получается, и кончик втыкается в яблочко, тот же самый подсвечник. Или же вырезается отверстие и вставляется таблетка свеча. Тоже будет интересно, красиво. Ну вот по образу и подобию это сделан подсвечник, точно так же вырезать отверстие и вставить свечечку. Зелень использована вся, которая у нас может быть. Ни одной игрушки не использована специально, потому что ну, такой минимализм. Это как раз тот вариант, что вы можете сделать его сами. С минимумом материала, но максимум удовольствия. Хорошее вино, бокал шампанского, хорошая закусочка, но самое главное – хорошая компания родных и близких. Другий варіант новорічного столу може бути ось таким. Неповторну атмосферу свята створить мерехтливе полум'я свічок. Прикрасити святковий стіл можна і електричними свічками, які є більш безпечними.
Надо было под эту подставочку что-то такое более грубое и цвет какой-то такой вот, ну, серый, вроде как и невзрачный. А получается, он как раз как нельзя в тему. Для мандарин использован треуголка для бильярдных шаров. Она окрашена. То же самое присутствуют свечи. Свечи тоже, видите, как выложены досточки, кусочки, шишки. Шишки – это один из любимых моих материалов. Вообще, безумно люблю шишки. Везу их со всех мест, где только вижу их, потому что они и напоминают, и ощущение от них, как вот их трогаешь, получаешь от них удовольствие, от прикосновения к ним. А тем более, что Новый год, белые веточки, даже хвои нету. Зелень только представлена в виде мха, натянута на досточку, все это оплетено ниточкой, свечи, ну и красивый бокал для шампанского. А дома можно это обыкновенный стол обеденный, скатерть, простая, не отбеленный лен, салфетка такая же. Тут вот видите, как сделана, оформлена салфеточка, очень даже просто. Но мне самой нравится. И зеленые свечи, которые поддерживают тему Нового года. Окрім новорічного столу, можна прикрасити і свою оселю. Ось така ялиночка із шишок буде чудовим доповненням до Нового року. По-перше, її можна створити із зібраних у парку чи лісі шишок. По-друге, вона може стояти у вашій оселі роками. Це ємкость, залита бетонною смісю, скажімо так. На ній штирь, і на цей штирь одягаються заранее приготовлені шишки на проволоці. І все це обматується. Ми в музеї майстер-класи проходили. Дуже цікаво, швидко, хто вміє і має навики, в принципі, це несложная работа. Самое главное – чувствовать материал, что вот сюда и эту шишечку положить, чтобы она имитировала ветку такую. В природе нет такого четких каких-то форм. Тут может быть больше, тут меньше быть. Поэтому это ваше видение, куда какую шишку разместить. Но, конечно, придерживаться определенной какой-то формы, чтобы она была в рамках этого. А там, если уже какая-то веточка будет выходить сюда или сюда, это уже как природа создала. Тут видите шишки сосны, использоваться ели, окрашенная потом с баллончика. Она такая коричневая, ну хмурная такая елочка получается. А это такая более, все-таки Новый год — это снег. В последнее время у нас снега практически нет. И мы, когда видим искусственно созданный снег, мы даже этому радуемся. А тут такая выбеленная елочка, ну, скажем так, имитация снега, что она покрыта снегом. И добавлены элементы декора. Но сюда элементы декора вставлены хорошие такие серебристые, серебряные птички, шарики вот такие вот и подсвечники. Новорічні вінки роблять із різноманітних матеріалів – тканини, дерева, бісеру, гудзиків та інших красивих деталей, що знайдуться у будинку. Серед варіантів виготовлення різдвяного вінка є складні, а є такі, що потребують мінімум матеріалу часу. Найголовніше – визначитися з ідеєю та експериментувати. Виноградна лоза. Обрізали лозу, зняли кору з неї. С лозой можно работать спустя определенное время, распарив ее, но с нее желательно снять кору, потому что вот этот вид, когда ты плетешь, неряшливый какой-то. Я с лозы убираю кору. Сплели каркас в виде тоже веночка. И вот тут хвоя, шишки и дополнительный декор – это серебристые, видите, серебристые такие птички. Здесь использованы веточки кизильника, но на нем такие шарики. Это имитация кизильника. И, конечно, вот эти грозди шишек, они дают о себе знать. Если бы не было вот этих гроздей таких больших шишек, уже совсем другой был вид.
если такой дом большой, то можно поставить. А если в квартире, там, конечно, он великоват будет. По соответствии с этим масштабом он великоват. Это при входе где-нибудь в офисе. В большом просторном доме можно поставить. А ось такий варіант новорічного віночка гарно підійде для вхідних дверей або ж для святкового столу. Сплетен з сіна каркас і на нього шишки. Спочатку перший слой приклеєн на гарячий пістолет, а потім вже поверху два слої йшли шишки, зафіксовані проволокою. Така надіжна конструкція, що не будет опадать ни одна шишечка. Здесь промежутки – это мох, сизаль и ягодки искусственные наклеены. Дуже красиво і святково виглядає різдвяний вінок з мішковини та шишок. До речі, новорічним вінком можна прикрашати не тільки вхідні двері, а також, як і всілякі композиції з ялинових гілок, можна розмістити на меблях, камінній поличці або на столі. Підсвічники, які можна самим зробити. Проволока накручивается по спиральке, оставляется такой кончик, загибается, чтобы половинка на обратной стороне свеча упиралась. И вот вам, пожалуйста, вот такой вот. Это то же самое, на каркас сделан веночек из сена приготовленный, тут мох. Ягодки искусственные, шишки, ягодки сделаны из бус деревянных. Бус деревянный, да. А вот то же самое на такой же основе. Спасибо Лене Павловой, научила делать в этом году. Мы тоже ходим на мастер-классы с удовольствием, перенимаем положительный опыт у коллег. Так вот, она научила такие делать заготовочки. Тут вообще ни единого клея не использовано. Сначала каркасик этот сделан, потом пхом. Все это ниточками перематывается. Сверху, видите, вот это вот все мох. И такие декоративные ниточки использованы, красивые. Веточка хвои. Хвоя на булавке. Вот тоже приколото. Все приколото. А ще новорічний вінок можна виготовити із цукерок, прищіпок, яєчного лотка, шкарпеток, шишечок, гудзиків, винних пробок, з газетних трубочок, паперу, картону або серветок, з бісеру, фруктів, овочів і ялинових кульок, з фетру, надувних кульок, краваток, святкової мішури, з ялинкових гілочок, кредитних карток та інших підручних предметів. Любіть те, що робите, та робіть те, що любите. А ми з вами зустрінемося наступної суботи у нашій майстерні професій. Бувайте!